приветствую всех на канале Просто Дима. Приехал я, смотрите, вот такая вот стоянка заброшенных машин. То есть это не конфискованные машины, а это машины бесхозные, то есть бесхозяйные. Вот бросают там где-то машины, их находят, а хозяевов найти не могут. Поэтому вот свозят все на эту стоянку, потом пытаются там разыскать этих владельцев, потому что там где-то люди там из-за границы, там из России, из Европы некоторые. Ну, понятно, что тут в основном автохлам такой. Но иногда такие попадаются тоже интересные экземпляры. Не знаю, правда, на территории там снимать нельзя. Сейчас я пройду вот мимо сетки, так особо, что называется, светиться не буду. Просто попробую снять из-за сетки, что там стоит. Не знаю, если качество звука и видео будет не очень, прошу меня извинить. Там вон какой-то ровер какой-то разбитый. Видите, пару «Жигулей» там. Некоторые машины, кстати, отсюда продаются. А некоторые просто стоят и все, умирают. Вот как вот эти мотоциклы, видите? Пыжик 205, по-моему, или какой он тоже. Москвич еще на старых белорусских номерах. О, Омега. Омега, кстати, неплохая такая. Там вот, смотрите, стоит какая-то 929-я, да, Мазда, или как она называется, белая такая, рядом с копейкой. Сузуки Свифт, пятерка, Сиера, вон там, видите, копейка, Орион. О, какой, смотрите, дракон, какие-то номера им понаписывали, Аскона голубенькая. Вот видите, на российских номерах Вента, Мазда старая. Сиера. Не, ну тут вообще стоянка платная. Вон там, смотрите, BX 1.9 турбодизель, Citroen старый, 80-ка, Golf, еще один Passat на русских номерах. Может, кто-то сейчас машину увидит свою и позвонит. Кадет. Москвич. О, Полонез даже, ребята, смотрите, это вообще раритет. Полонез. Тут вот еще копейка. Хонда старая. Цивик, наверное, да, или Аккорд. А вот какой редкий, смотрите. Рекорд в универсале, ребята. Зелененький такой. Там, вон, смотрю, пасек B3 стоит тоже на русских номерах. Вон, Ford Transit, наверное, первого поколения. Тут вот сколько, смотрите, корчей. Сиера. Там копейка, Вольво. Ну, в основном, короче, Жигули. Вот, смотрите, Мазда какая. 626-я дизельная. Без стекол. Короче, частично раздербаненная. Волжана без колес. Да, вот там еще одна копейка, премьера. Прикольные тачки. Четверочка. Там вот Фиат Брава, сотка, смотрите, с подбитым капотом, сотка в универсале C3 на литье, кстати. А вон там Пежо какое. То есть не Пежо, этот Шкода. Как она? Форман или Фаворит? Ну, унылое, конечно, зрелище. Конечно, раздали бы людям, я думаю, что люди бы нашли им применение.
что, друзья, продолжение марлезонского балета. Смотрите, какие тут еще раритеты. Ну, подписанные, то есть это тоже, видимо, с этой стоянки. Аскона Б. Такая купешечка. Конечно, повидала она виды, ничего не скажешь. Ну, машина такая достаточно редкая. Конечно, она поддербаненная вся. Умирает, в общем. Не знаю, сейчас чувствую, придут, меня погонят отсюда. Джета. То есть явно после какого-то ДТП. Вторая. Некоторые гоняются за такими тачками. Купешка. Все там комплектное, с салоном, с рулем, с коробкой, на номерах даже каких-то красных. Ну, непонятно какой объем. Вот такая вот Джета первая. На старых еще красных номерах. Ну, салон, конечно, раздербаненный. Ну, как вот фонари, оптика. Вот такой вот пасик двухдверный. Крокодил, кстати, пипец редкая тачка. Вот именно в таком исполнении. Хэтчбэк и купешка. Ну да, конечно, в салоне поддербаненная конкретно. Ну, очень редкая машина. Что тут еще у нас? Аскона. Вот это, походу, сотка C3. Вот видите, как ее развалило. Да. И советский автопром, шестерочка. Тоже где-то со столбом встретилась. Копейка вот такая. Ну, судя по тому, как она заросла уже, давно она тут стоит. Да, еще видите, такие старые, такие советские, 97-39. Это, наверное, каких 60-х, наверное, годов. 60-х годов номера. Ну, короче, вот такая вот стояночка. Все, друзья, сегодня у нас очень холодно. Вот такое вот было видео. Короче, кому интересно, пишите в комментариях, где это место, скажу. Но как бы посмотреть, наверное, вряд ли вам дадут. Просто так вот, через сетку. Всем пока, друзья, с вами был просто Дима. Подписывайтесь на канал. Пока-пока, друзья. Thank you.